Новое отделение Почты России открылось в Петропавловске. Оно расположилось в микрорайоне Северо-Восток, где до этого было всего одно отделение на весь район, который расширяется буквально с каждым днем. Накануне депутаты законодательного собрания приехали, чтобы проверить работу нового почтового отделения, пообщаться с сотрудниками и клиентами. Микрорайон Северо-Восток давно требовал комфортабельного, хорошего, современного почтового отделения. Понимаете, мы несказанно все рады тому, что почти такое почтовое отделение у нас здесь появилось. Конечно, еще облагоустроят территорию, наведут здесь порядок. Люди будут знать о том, что мы сюда относимся теперь. Вот теперь новое отделение связи появилось, 42-й. Наконец-то Почта России встает на ноги. Хорошо, что открыли. Это гораздо удобнее, чем ходить на Виталию Ключину, и практически весь микрорайон Северо-Востока там обслуживался. Поэтому спасибо. Хотя и есть трудности, которые вначале всегда бывают. Надеемся, что все управится со временем. Глава камчатского филиала Почты России Оксана Селеменева выразила надежду, что новое отделение будет процветать и радовать жителей Северо-Востока. Когда мы открывали это отделение, первым клиентом этого отделения был маленький мальчик. Пришел счастливый, хотел отправить письмо. И, конечно, для нас это стало таким абсолютно неожиданным сюрпризом. И мы все-таки восприняли это как такой добрый знак тому, что все это в отделении получится. В настоящий момент в отделении работают 3 операционных окна. Отделение работает в новом бренде, в новом формате обслуживает клиентов, оказывает весь спектр услуг, все виды операций. Также это отделение осуществляет доставку по домашним адресам, здесь работают почтальоны. Здесь осуществляются выплаты пенсии, пособия и другие социальные выплаты. Ну, собственно говоря, это отделение, оно ничем не уступает всем другим отделениям нашего города, к которым жители уже привыкли. Новое почтовое отделение уже позволило разгрузить старое, которое находится на улице Виталия Кручины, 8. Там замечено значительное сокращение очередей. Планируется, что в скором времени оно переедет в новое большое здание неподалеку, где людям и сотрудникам Почты России будет намного комфортнее и удобнее. Руководство Почты России на сегодняшний день нас заверило, что по адресу Кручины, 8/6, здание, которое было передано безвозмездно из правительство Камчатского края Почты России, в этом году будет начаты восстановительные работы. Помещение 400 метров квадратных. Есть, конечно, шероховатости в части работы нового отделения. Также не хватает посадочных мест, не совсем корректно ощущается придомовая территория. Я так думаю, в процессе работы все они будут устранены, и почта заработает в нужном полном объеме. Отметим, что здание на Виталия Кручины 8/6 пустует на протяжении нескольких лет. В 2017 году его передали Почте России для открытия дополнительного отделения связи.